На территории Кубани продолжается месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Год памяти и славы». В рамках месячника в образовательных учреждениях проходят уроки мужества и тематические мероприятия. В лицее номер один был проведен классный час, посвященный детям войны. Школьники читали выдержки из дневников своих сверстников, переживших войну, рассказывали истории их жизни. Несмотря на возраст, юные герои тоже сражались, внося свой вклад в общую победу. Дети как могли помогали старшим товарищам. Приносили пищу, подносили снаряды, патроны, разносили почту. Наравне со взрослыми они терпели лишения. Защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственной жизнью. Они избегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. За годы фашистской оккупации от голода, холода, ран, под бомбежками и в концлагерях погибло около 700 тысяч детей. Их жизнь была наполнена страхом и болью, а детство прошло под взрывы орудий. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».